Герои неба. Василий Синько, единственный штурман авиации, дважды удостоенный звания Героя Советского Союза. В Красной Армии с декабря 40-го года. Несколько месяцев воевал в аэросанном подразделении. Впервые ярко проявил себя на Сталинградском фронте. В составе экипажа тяжелого бомбардировщика совершал по несколько вылетов за сутки. Успешно поражал боевые цели. Так, в один из вылетов вывел самолет на аэродром, где скопилось до 200 юнкерсов и нанес меткий удар. В марте 43-го Василию Синько присвоено звание Героя Советского Союза. Участвовал в боях в Польше, Венгрии, Восточной Пруссии, Германии. За период войны совершил 430 успешных боевых вылетов. Имя Василия Синько носит стратегический ракетоносец. В Тамбове в честь авиатора названа одна из улиц. Мы помним наших героев. Российское военно-историческое общество.